Приветствую вас, мои дорогие. Сегодня мы поговорим с вами о том, что вам мешает реализовать свою цель. Мы понимаем, что если цель какая-то у вас не осуществляется, либо не решается какая-то задача, значит, причина в чем? Причина, конечно, внутри нас. И на подсознательном уровне, либо в сознательном, есть такие моменты, которые вам мешают, которые необходимо проработать для того, чтобы получить то, что вы хотите, чтобы разрешилась ситуация, чтобы пришли нужные вам люди, да, чтобы ситуация сложилась так, как вы хотите. Поэтому сегодня предлагаю вам посмотреть, что же мешает вам получить желаемое. Я пишу сейчас посты о том, что руны — это не про гадание, а для меня сейчас руны пришли как инструмент новой реальности, который помогает проникнуть в нашу глубину, понимать, что происходит, и включать именно нужные для вас состояния. Потому что руны помогают нам действительно включить нужные состояния для того, чтобы разрешились определенные задачи, разрешились определенные ситуации. Именно энергия рун, как это делать, я обучаю на моем курсе по рунам. Пишите в личку, если хотите узнать подробности. Вот как включить состояние руны внутри себя, причем включить именно состояние нужной руны, да, для того, чтобы запустить сам процесс, для того, чтобы совершать из состояния вдохновения, из состояния желания, да, действовать. Только в таком состоянии, состоянии потока мы это называем, у нас получается все легко и так, как мы хотим. Ну а теперь давайте посмотрим, что же вам мешает реализовать задуманное. Будет сегодня 5 вариантов, поэтому вы сейчас закройте глазки и настраивайтесь. Настраивайтесь на какую позицию, какая позиция будет именно вашей. А я выкладываю, что мешает реализовать задуманное людям, которые выберут первую позицию. Что мешает реализовать задуманное людям, которые выберут вторую позицию. Что мешает реализовать задуманное людям, которые выберут третью позицию. Что мешает реализовать задуманное людям, которые выберут четвертую позицию? Что мешает реализовать задуманное людям, которые выберут пятую позицию? Сосредоточьтесь и почувствуйте. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Итак, открываем первую позицию. Люди, которые выбрали позицию номер один. Что вам мешает? А мешает вам, мои хорошие, страх перемен. Страх впустить что-то новое в свою жизнь. Отдаться новому. Открыться новому этапу. Руна говорит о том, что человек держится за привычное старое. Это, знаете, как вот пусть вот то, что сейчас есть, да, в принципе, с этим можно жить. Пусть вот хоть какое-то, но привычное и свое. А вот все новое — это непонятное и пугающее. Однозначно вам нужно проработать страх перемен, страх начать все сначала, страх впустить новое, что-то новое в свою жизнь. Позиция номер два. Что вам мешает, мои дорогие, впустить, реализовать, получить желаемое? Угу. Сейчас я немножко уточню, дополню. Так, ну что, мои хорошие, я здесь вижу такую картину, что есть здесь вот ваша цель, вот то, куда вы стремитесь, то, что вы хотите, вы знаете, вы как будто живете какими-то пустыми надеждами, мечтаниями.
На самом деле руна указывает на то, что вы зависите от какой-то ситуации. Вот эта ситуация, о которой вы сейчас думаете, есть некая зависимость. Вы пребываете в иллюзии происходящего. Руны говорят о том, что хочется праздника, хочется легкости, хочется развлечений. И вы избегаете какого-то серьезного подхода для того, чтобы решить этот вопрос, для того, чтобы преодолеть эти препятствия. Хочется, чтобы само собой рассосалось и само по себе все решилось. Но, мои хорошие, руны говорят о том, что сейчас нужно осознанно подойти к этому моменту ответственно и взять все в свои руки. Не рассосется. Если вы думаете, вот отпущу, пусть само собой, да, вот когда устаем бороться, когда устаем решать какую-то ситуацию, и кажется, да, ну вот все, вот брошу все, пусть, вот как решится, так решится. В данном случае, мои хорошие, руны говорят о том, что вам необходимо проработать эту зависимость от данной ситуации, и у вас появятся силы для того, чтобы преодолеть определенную ситуацию, определенные моменты, и вы решите этот вопрос, вы сможете. Третья позиция. Что вам мешает, мои дорогие, получить желаемое? И руны говорят о том, что много слов, много желаний, много мыслей, но мало конкретных действий. Вы считаете себя умным, считаете, либо наоборот, слишком глупым, считаете, что чего-то вам может быть достаточно знаний, может наоборот, да, тут или-или, потому что расклад общий, смотрите, что больше к вам подходит. Либо, наоборот, вы считаете себя слишком глупым. И руна говорит о том, чтобы разрешить данную ситуацию, вам нужно узнать. То есть какая-то информация от вас скрыта, каких-то знаний вам не хватает, и нужно научиться применять свои знания на практике. Из-за того, что вы знаете или не знаете чего-то, да, если знаете, то не умеете применять свои знания для желаемого результата, либо если вы не знаете, то однозначно поэтому вы не получаете то, что вы хотите. Поэтому обратите на это внимание. Позиция номер 4. Что вам мешает получить желаемое? А вам мешает, мои хорошие, нарушение баланса духовного и материального. У вас не получается при духовном росте получать желаемые материальные блага. Из-за этого, соответственно, не получается достичь изобилия либо желаемого уровня жизни. Здесь однозначно нужно проработать баланс духовности и материальности. Вы все знаете наверняка, что чем духовнее человек, тем на самом деле он богаче. Здесь идет какая-то внутренняя установка и запрет на получение каких-то материальных благ. Если я расту материально, значит, я перестаю расти духовно. Либо наоборот, если я расту духовно, то деньги прекращают ко мне идти. Однозначно здесь нужно проработать блоки духовности и материальности, то есть баланса духовного и материального. И позиция номер 5. Что вам мешает, мои хорошие? Очень интересно. Руны говорят о том, что вы застряли в своем прошлом. Вы отсекаете все на корню. Вот знаете, приходит возможность, а вы ее сразу отсекаете, то есть рубите на корню любую возможность. Из-за того, что есть очень много страхов, вы слишком критично к себе относитесь, критично относитесь к своему окружению и к жизни. Вы сами себе, мои хорошие, создаете препятствия, сами усложняете себе жизнь своими какими-то поступками, своими мыслями, своими страхами, своими действиями. Причем страх, мои хорошие, идет из ваших прошлых каких-то ситуаций. То есть когда-то что-то было, и вы так решили. И сейчас, когда приходит новая возможность, вы не берете ее из-за того, что у вас был уже такой не очень хороший опыт. Поэтому однозначно необходимо проработать
страх ошибки, страх сделать что-то не так, проработать критичность к себе, проработать критику к миру, если это, конечно, вам откликается. Если не откликается, значит, выбирайте какие-то другие позиции. Ну что, мои хорошие, я надеюсь, что вам данный расклад понравился. Буду благодарна за ваши отзывы и ваши лайки. До встречи!